Ночью российская армия, армия страны террористов, в очередной раз атаковала Украину дронами камикадзе, в том числе и столицу Украины, город Киев. По сообщению местной власти, в том числе мэра города Виталия Кличко, есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Ныне в столице Украины работает наш корреспондент Данила Кобзе. Он сейчас с нами уже на связи. Данила, здравствуй, рада тебя приветствовать в нашем эфире. Сразу же тебе слово. Какая ныне ситуация в Киеве? Да, Денис, ну что я могу сказать? Какие соседи, такие и подарки на святого Николая. Этой ночью только по Киеву было выпущено около 20 беспилотников типа «Шахет». К счастью, силами ПВО были сбиты 15 из них, но, к сожалению, есть также и попадания в объекты критической инфраструктуры. Из-за этого в городе вновь введен режим экстренных отключений электроэнергии. Кроме того, в ряде районов перебои со связью. Энергетики на данный момент уже работают над ликвидацией последствий. Но можно с уверенностью сказать, что по предварительным данным пострадавших от этой атаки в самом городе нет. А вот в области двое людей оказались ранеными вследствие такой атаки. Там беспилотники «Шахет» ударили не только по объектам критической инфраструктуры, но и по частному сектору. Пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. Всего по Украине за эту ночь было выпущено 35 беспилотников «Шахет». Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии 30 из них. На данный момент это вся официальная информация, однако мы будем оставаться на месте и отслеживать ее обновление. Денис, передаю тебе слово. Спасибо тебе огромное. Данила Кобза, наш корреспондент из Киева, был с нами на связи.